районнан, Әнисе Әтнә районыннан, мин бик горланам, менә минем төпләрем Татарстан икәнен шатлыгыма. Без Мәскәүдә очень дружно живем со всеми, общественная наша жизнь, с татарами известными, это и наши известные генерал армии Махмуд Гареев и генерал-полковник Расим Сулейманов, и наши контр-адмиралы, и клуб офицеров создан при полпредстве Российской Федерации в Татарстане. И вот на одной из таких песен, которая называется «Татар-генерал-лары», мы сняли клип, где вы увидите наших известных всему миру полководцев и Гареева, и Акчурина. «Татар-генерал-лары», Назифа Каримова, Сюзляля. Айдарис! Живут замечательные люди, как я говорила, создан клуб офицеров, создан клуб врачей, клуб журналистов. И вот в клуб офицеров входит замечательный человек, очень отважный, заслуженный летчик Российской Федерации, летчик-испытатель Ильдус Керамов. И вот вместе с ним у нас и с Насифой Каримовой произошел вот такой проект песни «Аэроплан». Вот все, что здесь на экране будет, это он на парадах, на Красной площади. На показательных парадах это все осуществляет он со своей группой «Стриж». Ильдус Керамов. Ильдус Керамов.
Язган жерлары бізді қазір үңрияңа жер. О, мен аны яздым күрешен татар сүзлеріне, халық сүзлеріне. Сіздің ішен, и сегодня, вот я как говорила, я возглавляю в Москве, мне председатель Московской организации «Калфак», бізді мағзалары, вот девочки, которые на сцене стояли, халық қызлары біз, это и Нурия, и Альфия, и Роза, наш директор, у него сегодня день рождения. Роза, кто там для меня? Thank you.
Рахмет.